Хорошо, вам настроение, мы продолжаем играть в игру Disney Герои боевой режим. Так, и начнем, пожалуй, мы, наверное, с сундуков. Так, получить бесплатно, обязательно. Давай посмотрим. Так, нам выпал рецепт, опять же, на крабика. Потратить 10 тысяч, у нас есть деньги, у нас есть, ну, слушай, ладно, фиг с ним, давай попробуем потратить. Так, о, две машинки выпало. Хорошо, давай посмотрим, что у нас вот здесь, что ли, или типа того. Так, и еще, ребята, сундук гильдии. Ну-ка, что нам выпадет? Типа того. Так, и еще, ребята, сундук гильдии. Ну-ка, что нам выпадет из него? Ага, две карточки. Ладно, больше ничего нету, да? Больше ничего нету, и поэтому, ребята, вызовы. Какие-то вызовы у нас тут. Так, арена войти. Получить фишка Геркулеса. Три штуки. Конечно, ребята, я забираю их. Как же я такую халяву упущу? Так, ну здесь нам делать нечего. Так, а вот тут обзор. Я до сих пор, ребята, или накопил? Нет, не накопил. Жаль, жаль. Так, почта. Получить, ребята, естественно, всякие плюшки мы обязательно с вами забираем. Все, что нам здесь дают, я не собираюсь никому дарить. Я это все буду хапать. Так, здесь у нас, ну это за, опять же, за рекламу, если не ошибаюсь, да, ребята? Нет, это у меня не работает, к сожалению. И это меня немножко опечаливает, то, что я не могу воспользоваться полностью своими всеми преимуществами. Так, Фреон, у тебя есть какие-то предметы, что ты... Ага, гусеничку давай наденем для прокачки, я думаю, это нам сгодится. И поднять уровень можно. Давай сделаем, наверное. До 24-го максимально прокачаю я тебя вот таким вот образом. Так, и хотелось бы мне, наверное, ребята, вот этого вот, мистер исключительный, у него тоже 22 уровень, до, хотел сказать, до 24-го поднимем. Конечно, у меня закончились, ребята, бутылочки на опыт, ну да ладно, ничего страшного. Так, сколько нам еще нужно здесь? Ну, немножко осталось, не знаю, с чего они копятся и каким образом, но мы, наверное, пойдем с вами на основную сюжетную линию. Хотя, подожди, вызовы. Давай посмотрим, что это за вызовы у нас. Так, завершено, пока не завершено ничего. Для новичка получите 3 звезды на каждом основном этапе 4 главы в нормальной кампании. Ну, в принципе, нам так и так придется это делать, и мы это сделаем. Испытание. Войти. Так, в этом режиме сражаются герои из желтой команды. А у меня есть? Есть, по-моему, да? Один только лишь из желтой команды. И все, что ли? Если... Нет, ребят, ну это... 499 мощей у моей команды. Бой. Он один, что ли, будет? Против всех? Хорош чихать. Так, ну, посмотрим хотя бы, ребят, как там выглядит все. Слушай, ну, по-моему, тут ясен перец фейл будет, да? Малыш, ты успокойся, пожалуйста, а? Да, ребята, если, судя по тому, что здесь будет три волны, сам себя захилял. Ладно. Ты хорош своей карамелькой меня бомбить. Ну, давай подобьем. Так, ты, интересно, сможешь? Так, мистер исключение, захиливайся. Ой-ой-ой-ой, это танк, ребята. Слушай, ну, Якс тоже неплохо дамажит, посмотрите сами. Эй, тихо, так нечестно было. Захилялся. Воу. Слушай, неужели мы выиграем здесь? Да хорош бомбить-то уж, это достал. Е. Прикинь, он один, ребята, у меня выиграл. Отлично просто. Так, и все, что ли, на этом? Да, ребята, и перерыв у нас там 10 минут между боями. Так, гильдия. Давай посмотрим. Участники, другие гильдии. Так, вход, наемники, уровень первый. Уровень первый у нашей команды. А, так, вход. Сегодня вошли 26 человек. Ну, судя по нашему времени, это нормально, я считаю. Так, и больше здесь пока ничего нету. Бесплатные алмазы прямо сейчас нет уж, спасибо, не буду я этого делать. Тут ничего не подросло пока. Ладно, все, хорош, ребят, наверное, тут вокруг да около топтаться. Давайте будем переходить все-таки уже в режим кампании, сканирование карты. И у нас 4 глава, которую мы с вами начинаем. Станция Флора. Ну, поехали, поехали. Так, кто-то мне сказал убрать вот этого Якса и поставить обратно Пенелопу. Ну, давайте, ребят, поставим, я не знаю, что от этого изменится. Пенелопа у меня, по-моему, ребят, не прокачана. Надо будет ее докачать, скорее всего. Так, ну, первая волна нормально прошла у нас. Да я думаю, и вторая, и третья тоже будет на изи. Так, накумариваем. Так, разбомбили. Пенелопу, Пенелопу, говорю, бомбим. Так, отлично. Двигаемся далее. Вау, тут не слишком ли вас много, а, ребятули?
накопили тут себе, а? Армеечку. Так, Ральфа надо. Ральфа нужно нам подбить. Тихо, что тут? Мой Ральф упал. Эй! Ребята, у меня какой режим-то? Я надеюсь, не элитный? Да нет, по-моему, обычный самый. Ладно, хорошо, победили. Отлично, нам нужно добраться до средней станции. Если бы здесь была наша Нанга, она бы сказала, что поезд 19 прибудет через 5 минут. А потом она на песочной станции, мы сможем пересесть на девятку до посереди, если она не опоздает. Якс, ты хочешь сказать, что выучил все расписания поездов? Нет, я просто говорю, что сказала бы Нанга, у нее феноменальная память. Какая еще Нанга, елки-палки, о чем ты бормочешь? Кстати, ребят, тут, по-моему, 7 опять уровней, да? И уровень сложности у нас идет нормальный. Но все равно меня почему-то разбирают здесь. Почему, скажу я вам? Да потому что мы сосунки. Я сосунок еще здесь в этой игре. Ребята сказали, что она очень сильно под донат заточена, эта игра. Поэтому, ребята, если только мы с вами где-нибудь встрянем капитально и без доната никуда, наверное, нам придется с ней распрощаться. Хотя мы сдаваться так просто не будем. Я не намерен лично. Так, ну что, сопротивление у него. Блин, откуда он... Откуда, ребята, у него такое сопротивление, а? У этого Гаврюши, скажите мне. Слушай, все-таки мне кажется, что надо здесь брать Якса. Мы с ним как-то лучше здесь проходим. Во-первых, он хиллер. Во-вторых, он прокачан получше. А Пенелопа, ну что она делает? Ничего, конфеткой своей бомбит. Я, ребят, поменяю все-таки состав своей команды. Нравится вам это или нет? Ну, смотрите. Как так? Я должен проходить здесь на 3 звезды, а у меня все время на 1, на 2. Нет, так не пойдет дело. Где состав моей команды? Я хочу поменять. А поменять это нужно, значит, вступить в бой. Далее. Давай-ка мы, наверное, Пенелопу уберем, а Якса все-таки я поставлю обратно. Как ни крути, он лучше. Лучше, ребят. В данный момент он лучше. Так, ну что? Видите, он хиляет хоть понемножечку, но все-таки есть какой-то от него смысл и толк. Давай-ка здесь попробуем. Да, конечно, какая вам еще усиление атаки? Нет, ребята, никаких усилений. Будете все лежать у подножия. У подножия моих ног. Так будет проще. Так, смотрим, ребята. Опять это со своим сопротивлением. Достал ты уже, серьезно говорю. Ну, заморозка, то, что нужно. Подожди, а где... Эть, упадет или нет? Сейчас, наверное, его бомбанут все-таки, да? Мистер исключительный-то наш. Все-таки упал. Якс, ты хорош там. Ну вот, мы и на месте. Что теперь? Осмотритесь, мы наверняка что-нибудь найдем. Эй, здесь есть дверь, на ней эти странные полосы. Но, может, это ничего не значит? Вот, Боб говорил что-то про столбы с полосами, помните? Кто-нибудь помнит что-нибудь про столбы с полосами? Я лично ничего не помню, но факт в том, что у нас служебные тоннели. 2. Угу. Ну что ж, давай посмотрим. Так, а мы, я, ребят, сюда периодически заглядываю, чтобы посмотреть, сможем ли мы что-нибудь здесь улучшить. И, видимо, можем. Так, повысить, конечно же, повышаем тебя, родной. Оу, yeah. Так, характеристики, ребята, подросли, и это уже хорошо. Если бы у нас бы еще бы навыки какие-нибудь новые выросли. Кстати, мы можем прокачаться. Прирожденный лекарь. Давайте-ка мы, наверное, улучшим это дело, да? Чтобы он хилял, наверное, получше. Для чего нам еще нужен хилер? Его основная задача именно в этом и заключается. Отхиливать мою команду. Но, кстати, можно будет попробовать сходить сегодня в PvP режим. Попробовать кому-нибудь накумарить. Я думаю, что вы были бы не против. Да и я бы сам бы проверил бы свои силенки. Вот, смотрите, видите, уже хиляет намного лучше. Так, минус этого-то, этого пробили, да? Отлично. Так, третья заключительная волна. Что-то их с каждым разом все больше, больше и больше. Так, Зверополис, ё-моё. Эй, тихо, тихо, тихо. Смотри, что происходит, ребята. По-моему, сейчас мне тут кирдычок будет. Слушай, сейчас, по-моему, разберут. Разберут меня и не поморщатся. Хорош бросать в меня свои конфетки. А вот, ребята, и первое поражение, которого я, честно говоря, не ожидал. Слушайте, мы можем еще с вами по рейду сходить. Ну, нужно на 3 звезды, если не ошибаюсь, да? Пройти, чтобы можно было определенный уровень рейдить. Так, тогда мы можем с вами, знаете, что сделать? У нас вот здесь на 3 звезды все пройдено. Давай вот здесь вот сделаем рейдик. Может быть, мы с вами получим усиление команды или еще что-нибудь в этом роде. По крайней мере, нам дают вот эти вот пробирки на опыт. И я их, ребята, буду юзать. Так, ну, естественно, команда наша потихонечку растет. Видите, вот эти вот ладошки
Они как раз отвечают за повышение команды, уровня. Так, сколько у меня там этих пробирок-то? Ну-ка, 54, ничего себе я накопил их. Так, ладно. Ну что, хорош, наверное, завязываем с этими рейдами. Командный уровень, ребята, 24-й. Уже хорошо, да? Вы обнаружили мегамаркет, посетить. Ну, давай посмотрим. Так, у нас сколько, ребята? 226 гемов, что мы можем себе позволить купить? Память, трупный цветок какой-то. Это мне, я думаю, не нужен. Так, а это Гранди коктейль XP. То есть это большой коктейль, да? Сколько? 192 тысячи. А у меня не хватает. Поэтому пока не смогу. Фишка героя, 80 гемов. И тут, нет, я пока не буду вот это брать. Ну, думаю, что не стоит, нет смысла в этом. Так, ладно, рейды пока в сторонку отойдут. И давайте, ребята, мы с вами зайдем. Что такое? Так, конкурс «Летняя битва Бананса». Но это уже было, оно до сих пор еще идет. Я думал, закончилось. Так, в гильдии. Так, это нам не нужно. Здесь мы были наемники. Так, ограбление в IT, мегамаркет, рейтинг, видео сундуки. Что, опять уже откатился? Ну, давай, получать бесплатно. Так, это у нас клей. Мы добыли с вами клей. Это хорошо. Все, что мы с вами получаем на халяву, это все хорошо. Так, гильдии, война, гильдии, рынок, испытания, порт. В порту у нас что с вами? В IT. Так, у врагов иммунитет к фантастическим атакам. Слушай, у нас фантастических атак нету, поэтому давайте, Пенелопа, уйди отсюда. Давайте будем бомбить. Я думаю, что мы должны здесь выиграть, потому что у нас физуха. Но, о чем я вам говорил, ребят? Физическая атака, она здесь рулит. А вот шутку фантастическая, я так понимаю, это, наверное, магия всякая. Но, что это тут за амеба такая? Слизень какой-то. Заморозили. Разбираем, разбираем, разбираем их быстренько. Так, отлично. И последняя, третья волна. Слушай, я думаю, тут тоже никаких проблем особых не будет. Так, минус. Слушай, вообще моментально разобрали. Фу. Получить двойные награды. Все равно мне их не дадут, потому что реклама не действует здесь на меня. Так, и вызовы. Вызовы, а где у нас? Вот, ребята, вот у нас арена. Так, это я, да? Рекс Хиро. И давайте смотреть, у меня, короче, 22-й, да, тут 20-й уровень, 23-й, 21-й. В общем, нужно нам брать кого? Ну, вот, например, вот этого, да, Адмирал Гуфи. По-моему, мы уже с ним дрались. По-моему, дрались мы в прошлой серии с этим Адмиралом Гуфи. Так, давай проверим, кто кого. Хилять будут нас или нет сегодня, блин? Я жду хила. Ну. Так, пока, ребята, по-моему, в нашу сторону, да, идет победушка, ну. Да что такое-то? Мы выиграли. Мы здесь с вами выиграли. А что нам за это дают? Наверное, только лишь очки, да, и повышение. Я хочу, ребят, перейти в бронзовую, наверное, а не в медной лиге сидеть. Надоело мне здесь. Так, смотрите-ка, монарх Себастьян. Кстати, тоже можно с ним подраться. Что? Что? Блин. Необходим VIP уровень 3. Зашибись. А то есть без вот этого вот VIP я ничего не могу сделать, получается, да? Ну, а вызовы? Да, время закончилось. Для новичка, ну, предположим, да, что активирует? Поймай звезду, приятно познакомиться, у Light какое-то колесо обозрения. А как это активировать? Сначала пройдите вызов новичка. Так, а, подожди, а разве я для новичка? Подожди, я не понял, если честно. Дуэль на причале, награда 500 монет. Это что, я должен вот это вот заходить за гемы, что ли? Ребят, ну у меня гемов очень мало. У меня всего лишь 226. И для того, чтобы пройти, я должен вот это вот делать. И это, я считаю, нечестно. По большому счету, это нечестно. Колизей пока закрыт, да, у нас коллекция закрыта. Война гильдии тоже закрыта. Вторжение, миссия, эпидемия. Город Дозор, ограбление какое-то тут. Черный рынок, а по-моему, черный рынок же мы открывали с вами, да? Ведь было же такое дело. Ну, копится тут хоть что-нибудь тут будет. Копиться или нет? Нифига, ребят, не копится. Так, получаем награду. Ух ты, 10 тысяч монет, спасибо. Приятный бонус. Так, здесь у нас что? Ага, давай получать. Ёп, простой уровень командный до 25-го вырос. Шикарно. Так, здесь и здесь еще получаем. Погоди-ка, что? Так, ежедневное видео. Предложение какое-то. Подожди, а зачем вы мне такое? Я же хочу просто получить. Понятно, вы мне просто даете бонус.
непонятно для чего, чтобы я донатил сюда. Не хочу и не буду, и забудьте про это вообще. Вы открыли городской дозор. Узнаете, как в полной мере использовать свой набор героев здесь? Да? Городской дозор состоит из 15 битв в 5 регионах города. За каждую выигранную битву вы получаете золото. За прохождение региона вручаются жетоны. Сложность битв повышается по мере прохождения, но ведь и награда тоже. В бой. Герои могут сражаться, пока они живы, поэтому выбирайте сильный, но сбалансированный состав. В бой. Так, выбираем героев, ребята. Раз, два. Да что ты будешь делать-то? Так, так, и вот так. Не знаю, ребята, я вот таким макаром попробую, посмотрим, сможем ли мы здесь вообще справиться. Ну. Так, дай-ка я ускорюсь быстренько и авто поставим. То есть здесь будет очень много количества волн или как? Здоровье не восстанавливается, да? Если вы недовольны результатом, повторите битву с другими героями. Экспериментируйте, чтобы найти подходящий состав. Угу. Вы выиграли битву. Посмотрите, как далеко вы можете зайти. Помните, что награда становится все лучше и лучше. Да, я так понимаю, и враг становится все сильнее и сильнее. Но давай посмотрим, что здесь у нас получится. Так, тихо. Ой, мистер исключительный уже упал. Здорово просто, а. Так, минус, минус. Последнему, да? А, нет, по него еще жива. Хорошо, здесь мы тоже выиграли. По одной, ребята, волне дается. Так что, мостовая станция. Ну, давай проверим, что у нас. Так, вы... Что, подожди, что он... А, погоди-ка, мы можем... А, мистер исключительно у нас погиб, поэтому понял я все. Теперь мне все понятно. Да, на одном Ральфе мы, кажется, далеко не уйдем. Или уйдем? А, ребят, как думаете? Так, ну смотри-ка, здесь вообще изи. Ух, круто. На 3 звездочки. Продолжаем. Так, регион зачищен. Награды 100 вот этих, ребята, жетончиков. И типа нам предлагает второй. Всего их здесь 5. Ну давай посмотрим, что у нас во втором. Так, парк у моста Эль. Слушай, враг, мне кажется, будет здесь сильнее. А этот до сих пор погибший, то есть он не воскрешается, ребята, до конца. Плохо. Это очень плохо. Слушай, Ральфы, они такие ватные, как танки на самом деле. Вот мистер исключительный, он более-менее еще держит, как бы, да? Удар, а остальные вообще фигня. Так, ладно, прошли. Первую волну прошли. И давай поп... на набережной, да, у нас? Хорошо, на набережной. А здоровье, я так понимаю, да, ребята, тоже не восстанавливается. То есть мы переходим с вами на следующий этап, ровно с тем, что у нас осталось. Эй, Гуфи, ты... Что ты тут танцуешь мне? Оу, ребята, а здесь фейл. Ну, я, по крайней мере, хотя бы Гуфи завалил. Повторите атаку. Сохранить результат. Сохранить результат. Так, ух ты, что-то мы тут с вами опять понаполучали. Так, 5 карточек на Фреона мы только что заработали с вами. Так, здесь у нас задание Ральфа и Ванилопы. Выполнено. Уровень дружбы повышен. А это что означает, ребята? Уровень дружбы повышен, то есть они теперь будут... Фу, малышка, ты меня немного напугала. Я не знал, найдем ли мы тебя когда-нибудь. Ой, туполобик, чтобы нас разлучить, нужно что-то посерьезнее. Угу, конечно, что-то посерьезнее. Я уже получил что-то посерьезнее. По шеям, например, в данный момент я послопотал. Ладно, в общем, похоже, эти герои довольно много времени провели вместе. И... Ну, а дальше-то что? Они довольно провели вместе, и что? Посмотри, что они об этом скажут. А как я это посмотрю, ребят? Что они об этом скажут? Так, что у нас тут, ребят, такое? Друзья. Чтобы открыть дружбу, повышайте уровень и статус ваших героев. Так, открыта дружба. Вы открыли для них дружбу, и теперь можете просматривать их стенку дружбы. Стенка. По мере того, как герои проводят вместе время на стене, отображаются их диалоги и достижения. Так, так, ну это мы читали с вами. И все, это просто вот переписка такая будет. Господи. Друзья зарабатывают очки в различных режимах из-за выполнения ежедневных заданий. Ежедневные задания, вот, ребята, они. Но они, я так понимаю, должны вместе их проходить. Судя по всему, должны состоять в одной команде. Так, можно здесь, ребята, подкачать? Кстати, по предметам, что у нас тут?
нужно получить вот это и вот это, да, тогда мы сможем его повысить. А уровень, если мы ему закатаем, ну-ка, давай, 25-й левел должен получить-то у нас сегодня. Так, отлично, по максималке он прокачан и, наверное, ломаем. Ну давай мы, как всегда, ребята. То есть друзья у нас только Ральф и Пенелопа. Больше пока никто у нас не дружит ни с кем. Так, 60 энергии. Так, что у нас еще здесь, ребята? На Якса, что у нас тут можно сделать? Поставить предметы. Ага, надели. Надели. И здесь тоже надели. Остается пиццу, наковальню и что-то какое-то, я не знаю. Это шарик получить. А где его можно, ребята? Похоже, у вас, это я понял, что отсутствует. А где я его могу, например, найти? Если бы я его создал где-нибудь, я бы его одел бы сразу же. Так, у нас что-то у Ванилопы. Так, тоже надеваем. Не хватает чего, только лишь... Ага, яблоко. Нужно... Подожди, а яблоко же где-то мы с вами, ребята, можем найти. Я ведь знаю точно. Так, рыбачья улица. Вот нам показывают. Вот здесь вот я могу, ребята, наверное, это яблочко и вытянуть. Уже вытянул. Так, вот для чего, ребята, хороши рейды. Что мы можем не участвовать в боях, а зарабатывать то, что нам нужно. Так, Ванилопа, давай-ка мы тебе вернем. Где-то у нас, вот. И наденем тебе это яблоко, в конце концов. Надеваем. Повысить. Да, повышаем ее. Вот так вот. Глючит, глючит ее что-то опять. Так, создать, надеть, надеть. У нас есть? Есть. Надеваем тогда. Так, а это можем создать. Тоже надеваем, ребята. Не хватает нам какой-то карты, не хватает нам... А где пиццу? Пиццу мы еще, судя по всему, ребят, с вами не открыли, поэтому... Поэтому мы не можем ее... Даже найти нигде, если мы даже этого и захотим. Так, а что у нас вот это вот, ребята? Используйте, чтобы получить 10 очков улучшения. Чего у этого предмета нет стандартного назначения? В плане? Что за бред? Нет стандартного назначения. Офигеть, ребята, да? Они пишут мне. Так, сколько нужно, ребята, вот чтобы открыть? У вас есть 7 фишек, а фишка Императора Зурга. Нужно, наверное, судя по всему, чтобы открыть для начала их 10. Это идет как по стандарту. 10 фишек, вам открывается новый герой. Ну, фишек-то я пока не могу найти, ведь верно? Могу единственное, что попробовать сходить, например, на рынок черный. Где он там у нас? Сундуки, опять что-то зарабатываем. Слушай, а что так быстро-то? Нет, это в принципе хорошо, это меня радует. Ух ты! Карточку получили какую-то. Или усиление. Я не знаю, это, ребята, усиление или это карточки. По-моему, это усиление. Ну, давай еще раз попробуем. О, тарелочка с горошиной. Обалдеть, да? Так, еще есть деньги, давайте еще посмотрим. Угу, Ванилопа. И последний, ребят, разочек. Ух ты, какое-то страшное яйцо, елка-палка, нам выпало. Так, опять по героям, что у нас-то? Так, эластика, что у тебя? У тебя предметы. Мы можем создать ей яблоко, одеть. Слушай, а где вот эти вот штуки получить? Можно я, ребят, где-нибудь их найду? Ведь я же знаю, что, по-моему, где-то было у нас вот эта фигня, и мы могли ее... получить, но где? А Немонимона. Не знаю, ребята, не знаю, что за Немона. Блин, героя хочу нового себе. В конце-то концов, что за дела-то? Дайте мне нового героя, пожалуйста. Мегамаркет. Но тут что-то не то, ребята. Тут вообще не о том. Нет того, что мне нужно. Так, а здесь Аладдин, фишка героя 5. У меня 238 очков, тут нужно 500 для того, чтобы получить 5 фишек Аладдина. Так, здесь... Ну, погоди-ка, а таких у меня вообще нету, магазина Эпидемии. Хм, тут 150 очков. Флинн, Джек-Джек, Буйволсон и значок мотивации какой-то. Колхун, тоже таких значков у меня нету. Это, ребята, видимо, золотые медали, когда проходят... Так, тихо. Теодальма. Сколько? 20 тысяч нужно. А у меня 17, мне не хватает маленечко, ребят. Теотельма, не знаю, что это за персонаж. Классно, не классно, ну, как я вам говорил. Чтобы понять, какой герой хороший или нет, нужно, ребята, его получить для начала, да? И потом еще и посмотреть, сыграть им. Так, смотри-ка. Монарх Бестиан, я могу сейчас зайти? Для выполнения ежедневного задания необходимо задействовать обоих героев. В плане обоих героев. Я так понимаю, мне намекают на Ванилопу, да, судя по всему? Ну, давай попробуем. Попробуем, ребята, что тут у нас получится. Но опять, мистер, блин, исключительный у нас
Я бы назвал его мистер изумительный, блин. Он меня прям изумляет. Ну, Буйволсан упал. Кисло. Но выиграли, тем не менее, ребят. Так, продолжаем мы с вами эпопею. И, слушай, кого нам тут можно... Ты опять здесь? Слушай, монарх бестиан, я что, могу бесконечно его бомбить, судя по всему? Так получается или нет? Ага, хотите сразиться? Или платите монету, да, типа, или отдыхайте пока. Слушай, а вот с этим? С этим я вообще почему-то не могу. А почему, интересно, ребят? Вообще даже нету, вот у него просто сила написана. И все. Как вот у него может быть, вот смотрите, ребята, есть только... Ох ты, тут вообще фиолетовый, 50-й уровень. Потратить на что? На один бой? Нет, не хочу я тратить ничего, спасибо большое, я пока перебьюсь. Так, тут у нас вот эта штука. Так, что нам нужно? Зарабатывайте очки в этом последнем конкурсе гильдии. В конкурсе гильдии. Что у нас, ребят, по гильдиям? Так, компания в порту. Войти. О, давай, давай, ребята, продолжим с вами эту битву, нашу эпопею. Вторая попытка, это последняя, я так понимаю, да? Да мне плевать, что у вас сопротивление, все равно я вас здесь разберу. Ничего вам здесь не поможет. Кстати, надо Ральфа подкачать, вот что я вспомнил, он же у нас тоже слабый. А он сам по себе слабый, ватник. Но мистер исключительный, что-то уж тут вообще позиции сдает. Его бомбят налево и направо. Ну... Так, заморозили, пробили. Идем дальше. Ну, давай, 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 сопротивляемся. Да, ребята, когда мы применяем с вами крик или какие-то там массовые атаки, у них сопротивляемся. Ну, на 3 звезды. Круто, что я могу сказать. Все, попыток больше нет, осталось 0 попыток из 2. То есть мы полностью с вами выполнили. Вот это вот я не понял, ребята. Ну и что, вот участники, и что онлайн. Что я могу здесь сделать? Ничегошеньки, абсолютно. Вот наемники. Посмотреть доску наемников. Ну давай, например, я выставлю, ну кого? Ну, Аякса. Что это даст? Я не знаю, что это даст. Я просто выставил его и все. Параметры, бонусы, боевая. Боевая? Чего боевая? И сундук гильдии. Сундук гильдии пока у нас вообще ничего нету. Единственное, что у нас... А вот, смотрите-ка, растет потихонечку уровень-то гильдии. Нужно 100 тысяч для того, чтобы перейти на второй лидер. Вики у нас. Угу. Ладно, я надеюсь, наша гильдия рано или поздно подрастет и станет классной. Так, желтая команда. Мы здесь уже с вами дрались, ведь так? Я могу сделать... Нет, рейд я не могу сделать. И уровень сложности легкий. Ты опять будешь у меня здесь один бомбить? Ну, давай. Ну, так, давай-ка ускорим. А это все ускорение максимальное, да? Ой, подожди, подожди, а что так быстро тебя разве... Что-то тебя как-то быстро тут колбасят, парень. Такой, оу, Будда монаша. Там чувак еще такой стоит, радостный, довольный. Машет что-то мне. Так, ну, бомбанем. Давай, 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 свои пляски там завязывает. И урон-то наноси по нему. Ой-ой-ой-ой-ой, опасно. Где хил твой? О, он остановил здоровье, молодец. Красавчик, и выиграли мы. Слушай, говорили, Якс плохой, Якс нормуль. Держит, блин, всех в ежовых рукавицах, по крайней мере, желтой команды. Ну, что еще у нас тут? Что еще не выполнено? Вызовы. Я, кстати, тоже вот с вызовами, ребят, я не разобрался, если честно. С какого, блин, перепуга? Так, время закончилось тут. Заядлый коллекционер. Ну и как? 200 гемов. Спасибо за воспоминания. Засада. Черт. И хочется проверить, ну... 200 гемов тратить вот на то, что я еще и не знаю, что там, ребята, будет. Ну, это как-то чересчур, по-моему, да? Ладно, у нас остается только компания. Поехали в компанию. У нас, ребят, 4 глава, все это помнят. И вот здесь нам нужно проходить далее. Выбрать своих героев, они уже давным-давно выбраны. И посмотрим, смогу ли я здесь вообще пройти. Так, Ральфа я опять забыл прокачать. Черт подери, надо всех их прокачать, ребята, до 25 максимального уровня. Так? Я думаю, что да, именно так нужно сделать. Зайдите на мой канал YouTube, ко мне... Слушай, а можно вообще вот это, ребята, отключить? Надоедает. А, это гильдия. Это мои ребята, что ли, там орут? Ладно. Так. Ну? Ой-ой-ой-ой, ну, ребята, мы тут фейлимся, вот что я могу сказать.
Блин, надо укреплять. Укреплять свою команду. О, еще и супер удар машиной какой-то тут. Блин, Фреон, ты сможешь? Нет, ты ни хренашечки не сможешь. Ты сдался. Ты просто сдался. Вы одолеете их в следующий раз. Нет, ребята, не в следующий раз. Я их должен одолеть прямо вот, вот прям сию секунду. Для этого нам нужно что? Повысить уровень. Так, это максимальный, да, по предметам что у нас? Получить. Кактус, где я его возьму сейчас в данный момент? Нигде. Так, у тебя какой? У тебя 23 уровень. С какого лешего у тебя такой слабенький уровень? Давай, 25-й. Нам тут каждый уровень как на вес золота. Здесь 25-й. Ванилопу я пока трогать не буду. Здесь 25-й. И вот здесь тоже нужно, ребята, 25-й уровень сделать. Ага, вот так вот. Ну, приблизительно. По навыкам что у нас? Ага, прокачка идет, ребята. Все, опять нужен этот... Ну что, я не знаю, ребята, что нам сделать. В задании что-то получаем. Угу. Тут тоже, кстати, должно у нас подрастать все, но... Погоди-ка, погоди-ка, я еще не все забрал. Командный уровень, ребята, 26-й. Предложение дня. Получай 120 алмазов. А как я их должен получить? Я вот не вижу, ребята. Для этого нужно мне посмотреть видео. Так оно не работает. Значит, 120 алмазов пролетает мимо меня. Обидно. Они бы мне очень хорошо бы зашли. Ну что, ребят, попробуем. Теперь-то я прокачал пару уровней, да? Я должен, наверное, тут накумарить их в конце концов. Пару левелов поднял каждому из бойцов практически. И думаю, что они должны здесь нормально себя вести. Давай. Так, бомбанули. Я не могу понять, он хиляет всех или кого-то одного? Наш Якс. Я вот этого не понял, ребят. Заморозка, отлично. Опять сейчас, как только падают у нас, ребята, танки, все, нам кирдык сразу становится. Ну, я об этом вам и говорил. Блин, пипец. Жестко тут все. Очень, ребята, жестко. Куда-то, кто там покатился? Слушай, не могу. Не могу пройти, и все, и хоть ты тресни. Что же мне тогда делать? Ребята, мне надо как-то усилять команду. Что нам нужно? Предметы. Получить яблоко. Давай быстренько. Так, у вас недостаточно яблок. А где же мы с вами их можем найти? Я ведь знаю, что они где-то есть. Я же на рейдах их именно и искал. Сейчас, секундочку, мы с вами вернемся вот сюда и посмотрим. Можно где-то посмотреть заранее, на каких уровнях можно получить яблоко. Пока не вижу здесь. Кстати, кактус. Кактусенок нам этот нужен, верно? Да, для чего-то он нам нужен. Я помню, кому-то его не хватало. Все, достаточно на этом. Ищем дальше и яблоко. Погоди-ка, вот эту, кстати, штуку тоже нам нужно с вами найти. Давай мы сейчас попробуем. Я нашел, вижу я ее. Так, заранее парочку, ребята, найдем. Так, отлично, чтобы потом нам не возвращаться. И теперь я хочу найти то самое яблоко. Значит, его здесь, наверное, нету. Именно на этой локации. Давай посмотрим тогда вот здесь вот. Яблоко, дайте мне яблоко. Так, удочка. Так, карточка, это не то все. Кстати, вот. Вот это нам тоже нужно. Рейд. Не дали, вот, дали, отлично. Так, и яблоко я здесь уже где-то видел. Вот оно, ребята, яблоко. Рейд, рейд за яблочком. Ну, парочку, наверное, да, найдем. На всякий случай, чтобы... Так, еще все-таки одну хочу. Купить. Так, вы обнаружили черный рынок. Посещаем, ребята. Феликс. Три карточки, да? У нас 120 гемов на Феликса. И хочется, и колется. Слушай, я, наверное, не буду выпускать. Для открытия нужно 30? О-о-о, не-не-не-не-не. Пока не будем, ребята. Для развития нужно 50. Черт подери, хрен с ним. Эх. Ну, пришлось, ребята, сделать мне так. Так, давай-ка мы, наверное, вот здесь посмотрим. Ну, парень, я нашел на тебя все предметы. Давай-ка ты у нас повышайся все-таки уже в конце концов. Поехали. Да-да, конечно, я готов повысить его. И характеристики подросли, замечательно. Так, получить. Этого, по-моему, у нас еще пока нету. Могу только вот это вот все понадеть. Кактусы, пальму и улитку. Все, на данный момент пока все, ребята. Слушай, ну ведь я же находил вот это вот. Создать 5000. Денег вроде хватает. Не хватает нам вот этой вот машинки. Ага. А найти я ее не могу, потому что она у нас пока не найдена нигде.
Так, тут получить это все не то. Создать. Создать. Ладно, надеваем. Зачем я это делаю на ванилопу? Пока, ребят. Да как же так? Я же... Да ну, хорош. Ну-ка, давай-ка, ребята, посмотрим. Опять мне тут что-то мудрят. Какое нафиг это наливное яблоко? Это яблоко гнили какое-то, я бы сказал, а не наливное яблоко, уж точно. А, погоди-ка, у нас энергии с вами. Покупаем. У нас энергии с вами не хватает, вот оно что. Так, где яблоко? Вот оно. А мне вообще яблоко нужно? Мне яблоко нужно? По-моему, нет. Мне не нужно яблоко, мне нужна вот эта вот штука. Рейд, давай быстрее находи. Все, отлично. Так, энергия тратится буквально молниеносно у нас. Ну. Так. Что у тебя, парень? Создаем яблоко, одеваем. И здесь тоже создаем и надеваем. Повышаем. Да, конечно, хочу. Ну, характеристики, ну, нормально, в принципе, подросли. Нормально. По навыкам, что я могу? Громкий по... Да ёпрасте, я понял, да. И здесь, блин, слушай, станция на пекарне, это можно вот, ребята, где-то найти, да, получается? Или в алмазном, или в золотом сундуке. А эти у нас что? Откройте элитную компанию. Чтобы зарабатывать, ребята, карточки, нам нужно проходить в элитке. Слушай, если мы не можем с вами продвинуться в основной сюжетной линии, давайте тогда мы пройдем в элитке. Ну, не точно не в рыбачьей улице, а вот здесь. Здесь у нас все пройдено на 3 звезды, тогда, да, тогда в рыбачью улицу. Поехали, будем, ребята, здесь бомбить. Посмотрим, как у нас пойдет все это дело. Слушай, ну, сейчас довольно легко. Смотрите сами, мы их разбираем. Первая волна, короче, уничтожена, вторая. Ну, да давайте вы быстрее, господи. Слушай, ну противник сильный, уже не так быстро разбирается. Так, тут у нас Ральф, Якс и Ванилопа. Слушай, пройдено. Отличненько. На 3 звездочки. Новый уровень получает у меня, да? Ральф и Фреон. Так, а вот эти вот уровни... Да, ребята, я, кстати, погоди-ка секунду. Еще раз убедиться хочу. Мы можем, да, мы можем, ребята, теперь вот эти вот уровни с вами... Ха-ха! Фармить. Но, правда, всего лишь 3 попытки. Угу. Ладно, давай погнали здесь теперь. Устроим заварушку. Ну. Давай. Минус. Отлично. Так, продвигаемся далее. Блин, интересно, а какой вообще здесь персонаж самый-самый топовый в этой игре? Вот хотелось бы мне узнать. Самая, так сказать, имба. Кто не знает, если знает, ребят, напишите в комментах. Чтобы я его сразу уже начинал потихонечку копить, собирать на него. Ну, они тут сильные. А этот чувак с этим, со своим мороженкой меня достал. На основной, да? Сюжетке. Так, продолжаем. Давай, ребята, здесь сделаем зачистку тоже. А у нас энергии сколько? Никто не заметил, я что-то пропустил этот момент. Надо было глянуть. Так. Ну, с первой волной справились довольно неплохо. Сейчас попрошу кое-что, бравлер. Так. Ну. Да будешь падать ты уже или нет? Е. Слушай, ну, на элитке, если мы с вами пройдем до четвертой, может быть, и дойдем. Но не уверен, что пройдем, потому что мы даже на основной не можем сейчас, ребята, ничего сделать. Нас разбирают. Естественно, надо как-то развиваться, как-то качаться. Так, пятая. В принципе, тут немного осталось. У нас четвертая, ребята, миссия. Попробуем пройти тоже ее на все 3 звездочки, чтобы потом можно было бы профармить хорошенечко. Так. Чувак такой, да, с пушкой в маске еще, главное. Наделась я носок на голову, ё-моё. Так. И заморозка работает, ребята. Оу, тихо. Погоди. Оу, да ты посмотри, а тут уже разбор полетов-то какой. Вот так-то, ребята. Якс, ты плохо справляешься со своей работой. И вот что я могу тебе сказать. Очень плохо, отвратительно просто-напросто. Сейчас он сдулся. И Фреон здесь нифига не может сделать один. Вы одолеете в следующий раз. Естественно, я одолею их в следующий раз. Когда он только будет, неизвестно. Так, получаем, ребята, 12500 монет. 10 гемов, еще что-то. Еще 10 гемов. И тут у нас, ребята, еще 10 гемов. Так, по заданиям что? Получить. Оу, командный уровень 27.
Так, хорошо. Нет, нет, вот это уже нехорошо, это мне не нужно. И предмет. Так, подожди, в героях что у нас здесь? Ральф, на тебе что-то мы нашли? Не может быть. Мы можем создать. И улитку эту одеваем. Так, получить вот эту вот, ребята, не знаю, тачанку. Вот эту вот штуку где-то надо получить. И грибы. Где вот этот гриб, ребят, найти? Они бы хотя бы показывали, где это можно все найти. Ну, серьезно вам говорю. Вот эту печеньку. Так, крысовский закоулок. Вот она, да? Давай попробуем мы эту печеньку с вами найти. Вон она, уже выпала мне. Так, печеньку мы с вами нашли. Так, погоди, герои. Сюда. Предметы создаем. Надеваем. Так, а тачанку вот эту? Где? Так, служебные тоннели. Только черный рынок, ребята, нам в помощь. Вот она, 5 штук. Черт с ним. Купил, ребята, купил. Раскошелился на 60 гемов. Все-таки сделали, да? Подляночку мне, ладно. Надел. Подожди, надел. И теперь вот этого вот ханурика. Где это у нас? Рыбачья улица. Вот он. Давай сделаем рейд. Я уже вижу. Уже есть у нас в кармане, да? Все, хорош. Хорош, ребята. Я, правда, сам не понимаю, зачем я прокачиваю Ральфа, если он такой ватный. Серьезно вам говорю. Я ума не приложу. Для чего я это делаю? Погоди-ка, у нас еще тут один охламон. А где же мы тебя найдем? Служебные тоннели 27. Так, откройте компанию. Чего там? Погребену. А, так, а вот эта вот сценическая улица. Подожди, это все у нас еще до сих пор закрыто, что ли? Глава 6, глава 4. А, глава 4, ребята, я не дошел еще. Глава 4, глава 6 и глава 8 там. Угу. Вот оно что. Так, а тут у нас это все, что у нас есть в данный момент. Эх, хочется, и, ребят, ну это бесполезно. Все равно не покажут мне никакой рекламы. Хотя очень серьезно хочется, ребят, посмотреть. Так, а что, подожди, лучше на эластику. Что там на эластику у нас найдено? Дай мне посмотреть. Предметы. Создаем, конечно же, создаем и надеваем, ребята. И еще и повышаем. Круто. Так, 31. Зеленый плюс 1. А что зеленый плюс 1? А если зеленый плюс 10, она переходит на следующий уровень или что? Так, мы можем здесь с вами посоздать все. Давай, раз такая возможность есть, будем, ребята, создавать, надевать. Так, улитка. И где вот эту штуку можно найти, ребят? Глава 4, погребенная улица. В общем, все у нас на главе 4 замешано. Для того, чтобы нам дальше развивать, нам нужно именно идти и проходить 4 главу. Дай-ка я гляну еще разочек своим взглядом. Ясным, так сказать. Вы открыли функцию вызова. Давайте посмотрим. Ну давай посмотрим. Осваивайте героев и получайте значки аватара, рамки аватара и даже постоянное улучшение параметров для всех героев коллекции. Посмотрим на коллекцию разящих героев. Ну давай посмотрим. У каждой коллекции 4 класса: бронзовый, серебряный, золотой и платиновый. Они соответствуют героям с 3, 4, 5 или 6 звездами. Со временем вы можете получать уровни в каждом из 4 классов. Каждый раз вы будете получать награды. Уровни можно получать, осваивая героев. Для завершения уровня 1 бронзового класса нужно освоить 5 героев. Давайте посмотрим, как работает освоение героев. На этом экране показаны герои, которых можно освоить. Для бронзового класса вам понадобится как минимум 5 героев с 3 или более звездами. После этого нужно освоить 5 таких героев. Нажав кнопку информации, вы узнаете, как освоить героя. Вам нужно выиграть 20 боев за каждого из 5 героев в режимах городской дозор, эпидемия деформатов и вторжение. Так, чтобы достичь следующего уровня в этом классе коллекции, вам нужно освоить 5 штук 3-звездочных героев. Чтобы освоить героя, нужно выиграть 20 штук боев, понятно? Другие режимы не считаются за освоение. Эпидемия открывается на уровне команды 30, вторжение на уровне команды 60. Вот так, пора освоить героев, удачи! Спасибо, блин, вы меня порадовали просто-напросто. Обалдеть, ребята. Грива из листьев, шатер, металл, отпечаток лапы, музыка и пончик. Это как? Я не понял, ребят. Ну, осваив героев, и что дальше? Подробнее. Бронза. В общем, мне нужно, ребята, проходить какие-то уровни. Жесть какая-то. Вот они тут намудрили-то. Вот они намудрили, ребят. Я вам серьезно говорю.
Что-то перебор, по-моему. Игра называется детская, ага. Для каких детей, ё-моё? Что ты мне все со своим обзором? Ну, ничего нету, что ты мне тут мозги-то компостируешь? Все, все как было, так и осталось. А, ребята, я думал, что здесь моя, вон, на компании, оказывается. Так, сундуки, опять у нас какой-то сундук откатился. Давайте, ребята, получим его. Одна пальмочка мне достается, ладно, фиг с ним. Пускай будет пальмочка, раз уж другого ничего нету. Так, видео, мегаполис, это все понятно. Испытание. Че, опять что ли у нас откат, ребята, произошел? А я могу? Нет, не могу. Хотел уже обрадоваться. Легкий, трудный. А трудный на каком? А, на 30 уровне команды, да? А, ну я же могу средний открыть. Ага, средний-то я открою. А сможет ли у меня Якс тут справиться? Господи, куда я лезу-то? Все, я понял. Я понял. Вот это я сдурканул сейчас в данный момент. Да, ребята. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, на этой ноте мы сегодня закончим. Так, желтая команда, эту серию, да, мы обязательно с вами увидимся в следующей и продолжим. Я не знаю, как мы будем с вами в компании в основной сюжетке бомбиться. На четвертом-то, на четвертой главе, где меня просто тут рвут и крошат. Словно, знаете, как хлебушек голубям. Но стараться все равно надо. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых.